глаза болят и не дают увидеть лиц. Я бы надел очки, но так уж повелось, что у людей большую роль играет взгляд. Передай привет своей маме, она просила позвонить. Я обещал, что доведу тебя до дома. Пару сигарет в кармане мне хватит до утра, а после ритуал до боли мне знакомый. До завтра. Долго молчать нельзя. Наверное, пара нудных и шаблонных фраз тебе не повредят. Вроде бы просто друзья, но передай привет своей маме, она просила позвонить. Я обещал, что доведу тебя до дома. Пару сигарет в кармане мне хватит до утра, а после ритуал до боли мне знакомый. До завтра. До завтра. Просила позвонить, я обещал, что доведу тебя до дома. Пару сигарет в кармане мне хватит до утра, а после ритуал до боли мне знакомый. До завтра.